Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Песни, стихи и гитарные мелодии. Тишину зала в Центральной городской библиотеке нарушили постоянные участники клуба по интересам «Гитара по кругу». Эту февральскую встречу посвятили 130-летию со дня рождения поэта Серебряного века Бориса Пастернака и назвали строчками его стихов. И все терялось в снежной мгле, седой и белой. У Пастернака много стихов, которые положены на музыку. Даже Алла Пугачева поет «Свеча горела» на его стихи. Причем на его стихи разные исполнители. И Никитин пел, и Высоцкий пел на его стихи песни. Но мы, если не хватает у нас песен, то мы читаем стихи. Я знаю, что, конечно, он лауреат Нобелевской премии, но всегда, вот у меня, например, ощущение, что это все-таки мужчина и мужчина того века. И вот очень интересно, когда ты находишь стихи, которые созвучны тебе, когда ты вот просто понимаешь и принимаешь. Ну, в основном, конечно, лирика, потому что, женщина, наверное, любит больше лирические вещи. Клуб «Гитара по кругу» существует уже 5 лет. Встречи проходят 2 раза в месяц по разным поводам. В прошлый раз вспоминали творчество композитора Исаака Дунаевского и певца Владимира Высоцкого. Следующая встреча состоится 26 февраля. Ее решили посвятить знаменитому исполнителю Юрию Антонову. Участники соберутся в 18:30 здесь же, в Центральной Химкинской библиотеке на улице Калинина.